Мираба, как говорится, я представитель компании Trust United Сидорова Дильнара. Сегодня мы расскажем и покажем, как работает компания Trust United. Ну что, мы начинаем? Компания Trust United Real Estate была основана с 2004 года. Обладая более чем 18-летним опытом, наша команда специалистов делает все возможное, чтобы найти лучшие варианты недвижимости в Алании, в Анталии, Стамбуле и даже на Северном Кипре. Наша цель – организовать комфортное проживание в нашей стране для наших клиентов. Помимо работы с клиентами всего мира, мы ведем интенсивную рекламу в Google, в социальных сетях, а также участвуем в ярмарках в Швеции, Казахстане, Украине, России, Балканских странах, Финляндии, Норвегии, Дании и Иране. Наша работа в компании основана на семейном менталитете, а не на строгих правилах компании. Вот почему мы приветствуем каждого нового клиента со словами «Добро пожаловать в нашу семью Trust United». Ну что ж, друзья, вот и добрались мы до самого руководителя компании Trust United. Ну что ж, еще раз здравствуйте, Дурмужбей, рада встрече. Спасибо, что вы выбрали карточку в своем плотном графике, чтобы задать вам пару-тройку вопросов. Итак, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какие основные направления деятельности компании на данный момент? Компания Trust United начала свою деятельность в сфере продаж недвижимости еще в 2004 году. На сегодняшний день сфера деятельности компании расширилась такими подразделениями, как строительный бизнес, управление ресторанным бизнесом и бутиком модной одежды для женщин. В составе компании есть адвокатское бюро и страховая компания. Таким образом, наши клиенты получают весь спектр услуг по системе одного окна. Есть филиал компании на Северном Кипре, где наша компания также приобрела земельный участок. Наблюдается у наших клиентов особый интерес к достопримечательностям Стамбула. Поэтому мы открыли небольшой офис в районе Таксим в Стамбуле, чтобы у наших гостей компании был свой дом в Стамбуле. Тут хочу отметить, что все нашим клиентам мы говорим «Добро пожаловать в семью Trust United», так как все наши клиенты являются членами общей семьи. Расскажите, пожалуйста, немного о существующих и планируемых проектах. Какие проекты сейчас пользуются спросом? Наша компания имеет два собственных проекта жилых комплексов в Алании, а также один проект комплекса вилл. Учитывая высокий спрос на недвижимость на Северном Кипре, наша компания приобрела в этом регионе земельные участки. И в ближайшее время на рынок выйдут наши проекты в регионе Герне. Мы советуем нашим инвесторам рассмотреть этот регион, так как Северный Кипр имеет высокий инвестиционный потенциал. Также совместно с партнерами мы приобрели земельные участки в регионе Левка, где у нас в разработке имеется проект комплекса вилл. Наша компания нацелена не только на коммерческую деятельность, но и имеет ряд социальных проектов, такие как благотворительный фонд, через который оказывалась помощь в период пандемии, пожаров и землетрясений. Также компания активно вовлечена в политическую деятельность. Как вы знаете, в скором времени в нашем регионе будут проводиться выборы, и я предполагаю, что в эти месяцы наши объемы работ увеличатся в разы. Несколько рекомендаций от вас лично. Что делать потенциальному собственнику, который хочет приобрести недвижимость в Турции, но не знает, с чего начать? Наш совет покупателям. Прежде чем приехать на покупку недвижимости в Турции, внимательно изучайте рынок. Изучите, какие регионы будут наиболее привлекательны для вас. Но главный совет – обращаться в проверенное агентство. Да, последние годы со стороны государства ужесточился юридический контроль за агентствами недвижимости, но все же. Разные агентства по-разному предоставляют информацию. Неправильно выбранный объект зачастую приводит к определенным проблемам у клиентов. Мы также оказываем консультацию по услугам, и порой к нам обращаются с такими вопросами. В основном такого рода проблемные вопросы поступали до 2014 года. Юридический контроль усилился в нашем секторе, но все же. Пусть клиенты тщательно подходят к выбору агентства.
обязательно сохраняет свой образец договора купли-продажи. Впрочем, Алания – регион, которому можно доверять, и все юридические права клиентов защищены. Мы, как агентство недвижимости, предоставим бесплатные консультации по услугам и рады предоставить их клиенту, у которых остались еще открытые вопросы. И поэтому, кто приезжает в наш город, может зайти к нам в офис и за чашкой чая или кофе услышать наше мнение. Не буду вас долго задерживать, Дурмужбей. И вот последний буквально вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки из чего начинать покупку квартиры тут? И сможете средств связаться с нами, просматривая наши рекламные ролики на различных платформах. Клиенты могут перейти на наши страницы в социальных сетях. Как только поступает запрос от клиента, менеджер связывается с ним. И в первую очередь приглашает на бесплатный инфотур в Аланию, согласно которому мы предоставляем индивидуальную встречу в аэропорту, трансфер и проживание в Алании. Как я ранее говорил, у компании в управлении два больших ресторана, и мы, конечно же, угощаем наших клиентов вкусными завтраками и ужином. Ведь наше дело заключается не только в продаже недвижимости, но и в ознакомлении с культурой страны и традиционной кухней. На следующий день мы встречаемся в офисе с ними. К слову сказать, у меня финансовое образование, я также оказываю финансовые консультации. И на этой встрече мы знакомим клиентов с основными правилами, законопроектами в сфере покупки недвижимости, с размерами налогов, обсуждаем такие ситуации, когда собственник погибает, и какие правила наследства вступают в силу по законам Турецкой Республики. Часто к нам обращаются клиенты с целью получения гражданства Турецкой Республики. Поэтому мы предоставляем подробную юридическую и финансовую консультацию. После мы выслушиваем клиента, его собственную мечту, как он или она представляет дом или квартиру мечты. Турция сама по себе очень большая и разнообразная страна. Наша Алания также разнообразна. Есть различные районы, и мы знакомим клиента с этими районами и их особенностями. И до просмотров объекта мы уже предварительно фиксируем желательный район и объекты. Потом мы пьем чай или кофе. И у нас есть поговорка «голодный медведь не танцует», что можно трактовать как «голод может сыграть с человеком злую шутку». Поэтому мы обедаем вместе на нашей кухне и начинаем просмотры. Обычно просмотры занимают пару дней. По истечении мы снова собираемся у нас в офисе и определяемся с выбором. На первом этапе мы составляем договор. Согласно этому договору мы законно представляем права и интересы клиента. Если это готовый объект, приступаем к оформлению ТОПУ. И до момента переезда в квартиру мы сопровождаем клиента на каждом этапе при подключении абонемента на воду и электроэнергию, при выборе мебели и техники. Бывают и такие случаи, когда клиенты не могут найти квартиру, которая бы соответствовала всем их критериям идеального образа, который спроектировали они. Конечно, нам не так легко прощаться с ними, но мы верим, что довольный клиент, который удовлетворен сервисом, обязательно вернется к нам обратно. Ну что ж, Дурмужбей, спасибо вам большое за уделенное время, добра вам и процветания. Ну, а я вам напомню, дорогие мои, что это был руководитель компании Trust United. Вот так вот все просто, с любовью для вас, Trust United. Пардон, в 2004 году. Расскажите, пожалуйста, о существующем... Чок-шоколад.